Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хоба Гивели, и сегодня, ребят, мы с вами продолжаем играть в игрушку под названием From Dust. Вы вчера, точнее, не вчера, а сегодня, раз по две серии в день. Вот, ребят, мы с вами прошли главу Гнев Земли, и там я просто серьезно, я сидел и хватался за голову, господи, как мне это, черт твою мать, пройти? Потому что я реально не мог это пройти никак, и я вообще не знал, как, я уже думал начать какие-то туториалы смотреть или еще что-то, но нет. Я все-таки взял себя в руки и прошел прошлую главу. Вот, ребят, сегодня мы с вами начинаем играть в главу под названием «Выход». Вчера я эту главу попытался записать, но From Dust у меня скотина вылетел. Вот, поэтому сейчас мы с вами заново, точнее я заново, вы в первый раз, посмотрите на главу «Выход». И скажу вам сразу, что это еще не конец. У нас впереди еще вместе с этой серией еще три серии. Вот, ребят, поэтому поехали, нажимаем «Играть» и продолжить историю. Глава «Выход». Поехали. «Выход». Здесь нет земли. Неужели это конец нашего пути? Но нет, перед нами открывается проход. Произошла катастрофа, но возрождение всегда возможно. Мы здесь совершенно одни посреди пустынь, посреди пустоты. А все должно начинаться с дыхания и пробуждения гиганта. Помогите племени поселиться здесь, используя все, что может предложить море. Окей, нам море может предложить что? На данный момент у нас здесь мы видим лаву, видим песок, чуть-чуть совсем, да, песка, он там около лавы. И видим наши тотемы. Один тотем, второй тотем и вот тут третий тотем. Я предлагаю, ребятки, нам сначала, скорее всего, пойти вот к... этому тотему, вот к этому вот, потому что вот тут вот рядом я вижу, есть заклинание отогнать воду, ну, защита от воды. Поэтому, ребят, я предлагаю, сейчас опять чайник закипел, сейчас взорвется, спасибо. Вот, я предлагаю, ребятки, пойти вот к этому тотему и его все-таки включить первый, потому что отгонение, отогнание от воды у нас тут, ребятки, имеется... ближе всего, потому что если мы пойдем сейчас сюда, нам придется возвращаться очень далеко до этого заклинания. А там я вам так маленько спойлерю, после открывания первого тотема у нас появляется появляется, ребятки, наводнение. Давайте мы возьмем побольше песочка. Хотя, в принципе, нам тут песок не нужен, нам нужен... А хотя, в принципе, песок нам нужен. Давайте мы его сейчас здесь сделаем для того, чтобы просто поднять нам данный тотем. И чтобы наши аборигешки могли, наконец-таки, обустроиться на этом тотеме. А что у нас тут такое? Что это такое? А, это взрывающаяся штучка. Понятно. Давайте мы сюда ее так вот, поставим этот песочек. У нас, к сожалению, пока что нет, ребятки, способности усиления дыхания. Мы не можем его усилить, чтобы он побольше песка набирал. Вот. Но мы, в принципе, сейчас можем островок построить. Здесь такой маломальский островочек для того, чтобы наши аборигены могли там обустроиться. Так, пока наши аборигешки ждут нас, в этой главе нам, ребятки, изначально дают 10 аборигенов, а не 7, как в прошлой, или в позапрошлой, я не помню, какую главу я уже монтировал. Вот, обратил внимание, что вроде бы на главе, которая была перед, глава, которая была перед Гневом Земли, там нам дали 7 персонажей почему-то изначально, хотя всегда давали по 10. Так, ну что, сколько нам там? Вон еще такие, да, границы. Ну, давайте, поехали. Мы, в принципе, можем и камнем тут сейчас вот таким вот лавой залить все это дело. Но, мне кажется, проще песком, да, все это сделать, чтобы им было как-то более комфортнее. Потому что все равно, и даже если я камнем сейчас тут все залью, они песок образуют сами потом здесь. Да? Вот, в принципе, ну, песок ложится на камни, и, в принципе, текстурка не изменяется. Вот. А там где лава, там, в принципе, песка много, потому что, ну, этот лава плюс вода получается, не знаю почему, но в этой игре получается песок. Вот, я не знаю, как на самом деле, получается ли песок, если лаву кинуть в воду. Я знаю, что если песок и лаву вроде как кинуть в воду, получается стекло. Вот, ну не лава имеется, раскалить песок, получится стекло. Так, ну что? Так, еще чуть-чуть нам остается. Вот, поэтому как бы... Ребятки, если вдруг вы, повторюсь еще раз, не видели предыдущие прохождения на данную игрушку, то плейлист будет в описании. Мне будет очень приятно, если вы посмотрите его. Вот.
Скажу сразу для тех, кто будет спрашивать: Сережа, а где Sims? Сережа, где Sims? Sims будет с сентября. Я просто хочу эту игрушку, ребятки, уже закончить, чтобы ее на моем канале ни в каких интерпретациях не было. Чтобы просто эта игрушка уже была завершена. Не люблю, знаете, такое, чтобы не было что-то незавершенного такого чувства. Не люблю его. Честно, не люблю этого чувства незавершенности. Оно очень странное. Так, еще немного, да, там остается у нас? Совсем капельку. Знаете, вот тут у нас тут песочек еще образовался. У нас тут еще вулкан появился. Давайте мы сюда еще закинем вот этот песок. Ага, все, отлично. Теперь нам нужно брать лаву и им дорожку из лавы проделывать для того, чтобы они могли сюда пройти. Так, давайте мы начнем, наверное, скорее всего, где-то вот тут мы начнем дорожку вот эту делать, да? Так, вот тут у нас у них, да, получается? Тут у них сейчас вот здесь вот, получается, они не могут пройти. Давайте им песочку сюда насыпем. Ага. Так, давайте, наверное, ребятки, сейчас им сразу сделаем дорожку вот к этому водному тотему, чтобы они потом просто-напросто у нас, вот, да, чтобы они просто-напросто к нему смогли подойти и взять его, чтобы мы не теряли время на постройку данной дороги. Так, в принципе, дорогу я построил к этому тотему, только тут что-то я это, походу, песочек немножко переборщил, да? Ага, чтобы они смогли пройти. Так, давайте, где тут у вас? Где вы там пройти не можете? Сейчас мы возьмем вам песка, насыпем сюда. Так, ага, теперь вон там вот. Тут хорошо, что тут показывается, где они не могут пройти. Так, а теперь где? А теперь вот здесь вот, хорошо. Сейчас вам еще песка сыпану. Подождите, ребята, подождите. Так, все? Бегите и встали посреди этой дорожки. Нам там, в принципе, пятерых персонажей хватает. Поэтому мы сейчас... Шаман услышал море и почувствовал его гнев. Его непрекращающиеся удары бросают вызов гиганту, растущему на наших глазах. Берегитесь цунами. Ну, окей, так, давайте пойдем... А, сейчас они тут построят нам деревню. Ту-дун-ту-дун. Угу. Так, отлично. Теперь бежим сюда. Ага. И выбрали самого дурацкого персонажа для того, чтобы бежать сюда. Понятно, понятно. А кого-нибудь из племя послать нельзя, что ли? Так, давай. О, все, дорожка чиста. Нормально, он сейчас пробежит. Здорово. Так, давай, у нас там время вроде как бы должно сейчас идти, пока там цунами у нас не началось. Вот, отлично. Так, послали бы кого-нибудь там из этого, из лагеря. А то что они послали самого дальнего? Ой, странные аборигены, ой, странные, странные, конечно. Так, дальше мы, скорее всего, сейчас, ребятки, переселимся вот на этот вот, точнее, заселим вот этот вот тотем. А тут, в принципе, не хватает только всего лишь песка, наверное, и чуть-чуть, возможно, магмы, лавы, в принципе, нам, наверное, вот, не хватает. Только меня одно сейчас беспокоит, чтобы это цунами не разрушило наши песочные вот эти вот награждения, настроения, потому что если цунами унесет песок нафиг, то получится, что нам придется их строить заново. Это опять время отнимает. Это, конечно, не очень хорошо таки. Так, тут, в принципе, нам не хватает еще, да? Давайте, ребятки, построим остров вот здесь, вот. Сейчас он опять вулкан взорвется. Так. Берем лаву. Так. Там есть, ребятки, еще заклинание, которое у нас отгоняет лаву. Но я не знаю, нужно ли оно нам будет или нет. Но, скорее всего, за ним придется сбегать.
Так, ага, вот с этой стороны, понятно. Так. Ага, еще вон там. Ага. Так, ребятки, у нас 15 секунд до цунами. А откуда оно будет идти? А, вот отсюда цунами идет у нас. Ага. Ух ты, какое оно огромное. Вау! Вати, батюшки. Ну, у нас есть заклинание, это уже хорошо. Вау. Хоть бы песок нет, просто не смыло, пожалуйста. Сейчас, скорее всего, этот цунами вулкан потушит, да? Это было, в принципе, бы идеально. Вулкан потушишь? Ага. Цунами, ребятки, вулкан подтушивает иногда. Что, песок? Песок остался на месте. Отлично. Здорово. Так, сейчас вода уйдет обратно. Они там пока отгоняют от себя воду. Отлично. Отлично, отлично. Так. Мне бесит, что постоянно взрывается вулкан. Вот прям... Он прям максимально раздражает. Так, давай. Сейчас мы еще песка сюда поднасыпем-то. Сейчас мы построим им дорогу. Сейчас все будет. Сейчас мы им построим дорогу, потом туда принесем заклятие. Отгоняющее. А, все? Все, они могут, да, да, пройти. Угу. Так, я им путь перегородил. А, нет, в принципе, могут пройти. Так, ну, все. 5 чуваков, давайте туда. 5 чуваков надо. Давайте. Так, 3 вижу, 4 вижу. Так. 3. Где 5-й? Где 5-й чувак? Так, сюда беги. Сюда беги. Вот тут беги. Вот 5-й чувак, беги давай. Беги быстрей. У нас 2 минуты до цунами. Господи ты, боже мой. Давай быстрей беги, нам нужно еще заклятие сюда притащить. Почему-то чувак сразу с заклятием не бежит. Что за это? Несообразительность у вас, ребятки. 2 минуты. Кажется, мы не успеем. Нам нужно сейчас за 2 минуты добежать до этого вот лагеря нового. И потом еще заклятие дотащить. Мне кажется, навряд ли он успеет добежать. Ну, сейчас посмотрим. Блин, просто будем молиться. Просто реально будем, ребятки, молиться. Потому что если они не успеют, это будет катастрофа. Серьезно. Просто смоет всех. Смоет дороги, смоет все. И я не понимаю, как тогда тут действовать. Давай, мой хороший. Беги, 5-й, чувак, давай, быстрее. Еще заклятие нужно притащить за минуту. Давай. Давай, вон бежит чувак, побежал, быстро. Давай, у тебя минута, чувак, у тебя минута. Беги быстро, беги. 55 секунд. Мне кажется, он не успеет. Ах ты, ёшкин, макарёшкин-то, 55 секунд. Просто надо держаться, серьезно. Если он сейчас не успеет, это будет капец, 30 секунд. Он сейчас не успеет добежать.
Господи, ядрит танк, ядрит, давай быстрее, у тебя 20 секунд. 20 секунд, мой хороший, беги, 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 чувак, 15 секунд, давай, ты успеешь, давай. Давай, мой хороший, давай, зайка, беги, 10 секунд. Давай, 5 секунд. Черт подери, 5 секунд. Чувак, беги быстрей. 0, все, быстро, быстро, быстро беги. Быстро, быстро, быстро сюда. Ран, просто, просто ран, быстрее. Давай, вдыхай заклинание. Давай, 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 давай. Все, они успели, господи. Он успел. Зашибись, он успел. Здорово, просто здорово. Он успел, те чуваки отгоняют воду от себя. Все хорошо у них, все супер. Там даже две волны идет, оказывается, еще этого цунами. Так, тот чувак успел. Сейчас они еще от себя заклинания будут отгонять, да? Да, вот, отлично. Здорово. И нам остался, ребятки, последний, третий тотем. Сейчас цунами пройдет, и мы пойдем туда, проделаем дорогу этому третьему тотему. И все. И будет здорово. И будем считать, что мы прошли. Вот. Ну, совсем немного, ребят, остается. Совсем чуть-чуть, ребят, остается. В принципе, нормально. Дороги, конечно, размывает. Дороги жутко размывает. Тут нам уже лава подбирается вовсю. Так, ну у нас уже есть, ребятки, бесконечная земля. Кстати, у нас же есть эта способность бесконечной земли. Давайте мы откроем эту способность бесконечной земли и будем проделывать просто им путь. Вот, отлично. Так, давай, 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 мой хороший, дыхание, давай. Ага, сейчас, ребятки, у нас наберется способность бесконечной земли, и мы, в принципе, им островочек сейчас тут быстренько доделаем. Давай, 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 бесконечная земля, наполняйся быстрей. Вот, мне один из подписчиков подсказал, что можно вот такой штукой делать, о том, что в прошлых сериях я воронил, просто серьезно, я прям упускал этот момент, что можно насыпать земли и все, в принципе, быстрее пройти все это дело. А я жутко тупил. Так, смотрим. О, все, все. Идеально, просто идеально, серьезно, быстро, идеально, потрясающе, супер, класс. Вот, нам еще, по идее, нужно проделать путь вот сюда, вот, вот к этому вот заклинанию, которое тут у нас находится, которое с лавой связан, чтобы они могли лаву еще от себя отгонять. Мы сейчас его тоже возьмем. Они сейчас остров построят. Угу. Так, мы отсоединили остров от вулкана. Мы тут чуваков оставили. Но ничего, доплывут, если захотят. Потому что если у нас тут сейчас начнется полная вакханалия, если мы тут сейчас начнем гореть, это будет, конечно, не очень. Поэтому я сделаю нам безопасный промосточек, чтобы они могли обезопасить себя. Так, ну что, ребятки, теперь нам нужно открыть... Так, вода, тут отгоняем, огонь тоже отгоняем. И здесь теперь тоже. Ну что, ребятки, теперь давайте искать наши ворота. Наши ворота, вот они. Давайте мы сейчас их приподнимем. Нам, скорее всего, для этого понадобится лава. Вот. И, в принципе, на этом будем считать, что мы главу-то практически и прошли с вами. Так, у нас там, ребятки, начинается цунами. Так, в принципе, я могу бесконечную просто землю взять. Так. Угу. Так, эти отгоняют воду. Сейчас еще
Вот эти отгонять воду начнут, и вот эти вот. В принципе, здорово. Так. Вот там у нас горит такой, знаете, растительность у нас подгорает, но в принципе это как-то так. Ну, неважно, потому что вулкан не достает до нас. Так, ну, ребятки, давайте отгоняйте от себя воду. Угу. Вот эти сейчас третьи тоже будут отгонять воду. А мы пошли, ребят, с вами в наш, этот... ворота настраивать. Сейчас вода полностью исчезнет. Я пока проделаю дорожку здесь такую, чтобы наши чуваки могли пройти. Так. Так, 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 давайте. Хлобысь. И теперь поехали сюда. Давайте, ребята, давайте. Все. У нас чистый путь, все потрясающе, все здорово, ничего им пройти не мешает. И сейчас пятеро отважных негритят дойдут до данного тотема. И нам даже, ребятки, не пришлось сгущать его. Давайте хотя бы хоть раз воду сгустим, что ли. Ну так. Ради одного раза в этой главе хоть раз воду сгустим. В принципе, неплохо. Мне уже нравится, как я прошел данную главу. Меня она устраивает. Это все супер. Настроение у меня хорошее. По растительности... Ну, по растительности мы, в принципе, немного. Совсем чуточку. Но, как бы... Мы весь остров не заселим. Потому что он начинает гореть. Потому что там есть лава, к сожалению. Вот. Поэтому, ребята... Сейчас наши пятеро отважных человечков. Так. Ага, не можете, да? Давайте мы вам подсыпем песочку. Подсыпем песочку вам тут. Ага, там сейчас вода у нас сгущаться перестанет. Так. Ну, вода сгущаться переставай. Давай. Оба-на. Все, отлично. Так, один. Так, давайте, бегите. Два. Там лава уже подбирается к нам. Быстрей. Три. Давайте, чуваки. Там сейчас лава подбирается, она почти рядом. Блин, чуваки, давайте быстрей. Спасайтесь быстро. Спасайтесь, давайте. 4, 5, все. 3, 2, 1, мы прошли главу. Вот эту главу. Все, поехали, ребятки. Отлично, мы прошли с вами главу. Здорово, у-ху-ху. Наконец-то. Запись этого видео заняла у меня всего 36 минут. Это хорошо, это здорово. Не как предыдущие, по час, по полтора. Это офигенно. Это потрясающе, ребят. Настроение у меня... Отлично. Я прошел главу. Здорово, потрясающе. Смотрим, как называется новая глава. Пока что картинка меня удовлетворяет, да? Она более такая спокойная. Ну, движение. Все циклы словно сговорились против нас. Наше дело возделать их. Окей. Давайте посмотрим на эту карту. Что тут? Ага. Я вижу 4 тотема. И не вижу преград. Есть отгонять лаву, но я не вижу вулканов. О боже, тут до взрыва и до метеоритного дождя. 20 секунд. Что это значит? Ладно, ребятки, продолжим эту главу уже совсем скоро. Не знаю, возможно сегодня, возможно завтра. Вот, ребят, если вам понравилось данное видео, подождите секунду, вот так-то лучше. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал Хобогибели и репостнуть это видео в различные социальные сети. А меня зовут Сергей, спасибо большое за то, что посмотрел данный ролик, спасибо тебе еще раз. Вот, пиши комментарии, ставь лайки, подписывайся на канал. С вами был Сергей и канал Хобогибели. Всем до скорых встреч, пока-пока.
Да, напомню вам, что From Dust до конца августа, а дальше все как обычно. Sims, Sims, еще раз Sims. Все, пока.